Приветствую вас. Вы знаете, ответ на ваш вопрос будет зависеть во многом от того, насколько вы сами готовы воспринимать, например, критику в свой адрес. Насколько вы сами готовы выходить за рамки привычных шаблонов мышления. Насколько вы готовы смотреть на себя со стороны и можете ли вы это сделать. Что хочется отдельно сказать. Это то, что ответ будет зависеть от того, насколько вы готовы действительно что-то делать для того, чтобы ситуация изменилась. Начать, пожалуй, нужно с того, что вы не случайно, совершенно не случайно, воспринимали женщину с ее любовью к вам, так как воспринимали. То есть абсолютно не случайно вы восприняли эту женщину, вот так. Для повышения своей самооценки, да, и так далее. То есть, если вы любовь другого человека воспринимаете как стремление, желание увеличить свою самооценку, то, скорее всего, да, что логично, наверное, у вас с ней, ну, с самооценкой, что-то не так, скорее всего. То есть вы до встречи с этой женщиной думали о себе, ну, наверное, не самым лучшим образом, скажем так. Можно, конечно, с этим поспорить, да, можно поспорить с этим, можно оспорить это даже, и вы вольны с этим не соглашаться, вот. Но я думаю, что ситуация складывается именно так. То есть вам любовь этой женщины была нужна, важна, скорее всего, потому что вы имеете определенные проблемы именно в контексте восприятия себя самого, вот. То есть, ну, это либо где-то недооценка самого себя, вот где-то это занижение, возможно, опять же, самого себя, вот, где-то может быть что-то еще. Может быть, какой-то страх, может быть, еще какие-то аспекты. Вот. Вы пишете, женщина меня очень любила, а мне ее любовь сначала льстила, я за счет этого поднял самооценку. Вот, понимаете, да? Откуда у вас заниженная самооценка была до этого? До того, как вы стали, ну, чувствовать ее любовь. Потом ее просто принимал как должное. Взамен поглопывая по плечу, да, то есть, что значит принимал как должно? Принимал как должно, это означает, что привык, то есть, перестал ценить
перестал чувствовать, что, ну, что она что-то дает вам. Ну, любовь я имею в виду, любовь я имею в виду. Вот. Понятно, да, о чем идет речь? Значит, так. Дальше, потом эта любовь меня стала душить, я стал сопротивляться. А женщина истерить и рыдать. Здесь я бы сказал, что на передний план вышли проблемы с вашими личными границами. То есть, точнее, их отсутствие, отсутствие личных границ. Вот. А, значит, на передний план вышла, значит, то, что вы вначале были в роли такого спасителя. А, то есть вы, по сути, чувствовали себя, ну, вы чувствовали себя важным, чувствовали себя значимым, чувствовали себя каким-то еще, да, то есть, ну, в плане того, что вот вы там даете женщине то, что ей нужно, да, то есть вот, принимаете ее любовь, этим, соответственно, вы ее там одариваете чем-то, да, то есть это вот такое спасение происходит. Вот, потом вы превратились уже в жертву, да, то есть когда любовь начала душить вас, ее любовь начала вас душить, вы превратились в жертву, вот. И, соответственно, значит, на этом все закончилось. И лично я думаю, что, опять же, вот это состояние жертвы, да, как это вот в соответствии с треугольником Гармана драматическим, можете почитать о нем в интернете, значит, вы были жертвой. Как были жертвой, так, в принципе, ей бы и оставались, то есть, в принципе, ничего не изменилось. Вот. Поведение жертвы, состояние жертвы, это состояние непринятия личной ответственности на себя за то, что вам нужно. Ну, в данном случае, я полагаю, что речь идет о такой вещи, как значимость. То есть, вы не чувствуете себя достаточно значимым. Вот. Ну, как это показалось мне. Вот. То есть вначале вам это нравилось, то, что вы чувствовали себя значимым. Вначале вам это нравилось. Вот. Ну, а потом, соответственно, вас это стало напрягаться, естественно, потому что вы играли не по своим правилам, вот. Значит, соответственно, стали сопротивляться, да, потому что слишком сильно допустили, видимо, женщину в свое личное пространство, вот. И, значит, потом, когда она ушла, вы сразу же поняли, что потеряли. Вот сразу же поняли вы, что потеряли. Вот, ну, а потеряли, что, в общем-то, понятно, да, я думаю. И так понятно, что вы потеряли. Вот. Потеряли вы... ну, возможность реализовывать свои потребности удовлетворять, которые вы, значит, нехотя, незаметно для себя привыкли удовлетворять через женщину. Психология это называется созависимость. То есть вы стали созависимым партнером в отношениях. Вот.
ну, несмотря на то, что, может быть, и, значит, ну, может быть, и не хотел, несмотря. Созависимость — это всегда такая история, когда человек находится в определенной несвободе, в определенной зависимости от другого, потому что другой дает первому то, что нужно ему. Вот. Соответственно, здесь нужно определить, что вам нужно, да, то есть, с чего, собственно, начался весь сербор, вот. Ну, а он начался, понятно, с чего, вот, сербор начался, собственно, с того, что у вас вынижена самооценка, вот. То есть, это обесценивание себя, вот. Значит, с этого и дальше уже можно будет смотреть, двигаться дальше. То есть, что там дальше сказать сложно, потому что информация о себе вы не представили, в общем-то, никакой вообще. Вот. То есть, на самом деле, вот, желательно побольше о вас узнать, потому что, ну, потому что психологи не гадают, психологи не гадают, психологи занимаются анализом информации, которую предоставляет клиент, вот. Ну, то есть, в данном случае вы предоставили очень-очень мало информации о себе. Вот, как только будут понятны ваши желания, ваши потребности, ваши мысли, да, то есть, зачем вам эту женщину возвращать, ради чего вы это делаете, чего вам не хватает, вот, как вы будете себя чувствовать, и когда и если ее вернете, ну и, соответственно, все в таком духе. Вот, можно будет уже, вот, соответственно, смотреть на то, какую именно стратегию для, значит, коррекции вашего поведения можно выбрать. Вот. Я думаю, в принципе, так вот можно ответить вам на ваш вопрос. То есть, за один ответ реального результата вы не получите, то есть слишком мало информации о себе вы предоставили, именно о себе. Да, то есть что мы здесь имеем? Женщина меня любила, мне ее любовь сначала льстила, да, то есть вы почему-то позволили другому человеку себя любить, да, то есть вы ее как бы, ну, от себя не отдалили, да, вы не проявили, ну, не проявили честность по отношению к ней, вот, не сказали, как есть, либо не настояли на том, чтобы она с вами не взаимодействовала, и активно пользовались ее ресурсами, вот. Ну, а это, соответственно, означает, что своих ресурсов у вас нет, вот. Вот каких ресурсов нет, да? Нет ресурсов, чтобы что? То есть нет ресурсов для чего? Вот, чего вам не хватает, собственно? Вот это, конечно, все нужно выяснять. Это все нужно выяснять, смотреть, анализировать, корректировать потихонечку, вот, потому что модель поведения вашего
да, она формировалась не один год, вот, и, соответственно, вот так просто, да, она не изменится, вот, ну, ни с того ни с сего, да, вот внезапно она не изменится, это невозможно. Вот. То есть тут, соответственно, нужна работа с вами. Вот. И поэтому, соответственно, история здесь, она вот именно такая. То есть здесь, если вы готовы работать, вот, то давайте будем работать. Выбирайте эксперта на нашем сайте и начинайте, как бы, значит, спокойно, не спеша, да, себя исследовать. Вот. Ну, а у этого обязательно будет результат, вот, ну, потому что по-другому быть не может, результат будет 100%, вот. А вот какой, да, какой это зависит от вас, это так, вот какой именно результат будет, это зависит от вас, тут как бы, безусловно, но результат будет. Вот, если же вы не готовы и надеетесь найти быстрое решение, то, ну, тогда, наверное, у вас, скорее всего, ничего не получится. Потому что созависимость это достаточно серьезная история, такая, ну, которая, еще раз повторю, да, формируется годами, вот, и которая создает определенные паттерны поведения, ну, далеко не так просто заметные и практически неосознаваемый самим человеком. То есть вот вы, скорее всего, даже не замечаете. Ну, почему и как вы себя ведете. Вот. И только вот со стороны, да, анализируя, можно уже будет о чем-то говорить с вами. Вот, значит, Общие рекомендации я могу дать уже вам сейчас, да? Значит, во-первых, четко для себя понять и решить, для чего нужна вам женщина. Конкретно, для чего? Второе, значит, подумать над тем, значит, чего вам не хватает без нее. Это тоже очень важно. Чего вам не хватает без нее. И еще одно, это как вы можете реализовать то, чего вам не хватает, соответственно. Вот. То есть, какие конкретные шаги вы можете предпринять для того, чтобы реализовать то, что, ну, то, чего вам не хватает без нее. Следующий важный пункт. Что вы думаете конкретно о себе, когда она с вами, то есть, ну, что вы думали о себе, когда она была с вами, какие у вас были мысли о себе в этот момент, какие у вас были мысли в момент, когда она от вас ушла, и какие мысли сейчас, вот. Мысли, чувства, желания возникало, вот, чего хотелось, когда, по вашим словам, вас душила ее любовь, вот, ну, это все нужно разобрать, как минимум, это материал для работы, это материал, как минимум, для будущей работы.
На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.